Йоху, всем привет! Меня зовут Артём. Вы смотрите канал с убежищением. И снова буду проходить эту замечательную, крутую игру. Создавать новые войска и проверять их. Вот так. Проверим эффективность бомжей. На что они способны. В предыдущем выпуске Серый Рудер уже проверил. Все там выяснил, что к чему. Ну, проверяем. Успеете бомжи Бориса уничтожить? Уверен, 90% что смогут. Ну, посмотрим. Успеете Бориса перебить хоть кого-то? Так. Семерых завоеваем. Восьмерых. Так, понятно всем. Толпа это сила. Так, ясно всем. Отлично, бомжи. А если так? Мне побольше надо. Интересно, сколько Бориса перебьют их? То есть катапульты. Смогут их половину бомжей убить? Или нет? Так, 10 вроде, 20 бомжей. Все слабо. Походу, когда будет только против пушек гаясты. Против толпы это вообще. Ерунда, а не орудие. А если так, в два раза больше. Что скажете, бомжи? Сможете? Конечно, сможете. Так, вот я половину перебили. Все, накинулись на одном. Давайте. Вы стоите. Куда вы стоите? Ну все. У катапульта нет шансов. Стоять куда-то в другую сторону. Шо вы полные бомжи, давайте бейте. Что там пояшите? Прыгайте, пояшите. Да хватит его мучить, он мертв уже. Что вы там дергаете его за ногу, там тащите? Точите его. Бейте, катапульты, давайте. Это медленное или что-то. Что вы стоите, давайте. Бейте, хватайте, ломайте. Что они делают? Трясутся там, башку и верхте туда-сюда. А, ладно, молодцы. А если стойко поставить? А это еще. О. Ну еще парочку. 20 катапульт. Кто кого? Осталось половину бомжей. Так, а тут смогут они? Тут вроде не пройти им. Опа, разозлились катапульты. Ну все, сейчас перебьют бомжей всех. Толпа это сила. Особенно если это орудие. Даже катапульты справились. Так, ладно, перейдем к боксерам. Что они смогут? Одолеют они лучников или нет? Вот стойка. Лучников в два раза больше. Ровно в два раза. Кто кого? Что не сыпь, если понимаю. Что за ерунда? Да что такое? Заново давайте. Опять сыпь. Что происходит? К
господам. Ну хоть до шеи, хоть это хорошо. Все. Слабенькие боксеры. Походу слишком много лучников наставил. Когда будет убьется, нет. Опять сыпись. Как макароны сыпись. Как недовольные макароны. Мозги у них недовольные. Так, а щит им. Дает читаностов они. Вот так, 5. 9 входит в 5. И входит одного лучника. Ну, недовольные макароны, давайте. Начинайте. Бейте лучника этого уже. Оторопитесь друг от друга уже. Что вы творите? Всю битву на смахку. Так. Бомжей, одолеете вы или нет? Бомжей 3 раза больше будет. Кто кого? О, лучшие друзья в обнимку идут. Как трогательным, как милым. У меня нет времени до этого, надо драться. Что вы делаете? Это поле битвы, а не спектакль какой-то. Они танцуют. Лучшие друзья, блин. Дураки какие-то. А давайте столько бомжей наставим. Макароны снова сыпались. Ну давайте, давайте, остались строим. Все. Бомжи роют. Так, а фермеров смогут осеять? 9 бомжей против 3 фермеров. То есть 9 боксеров. Ага, слабые совсем. А если против крупеностов 2 их, вот так поставим. 9 против 2. Кто кого? Давайте макароны, атакуйте их. Сзади, сзади давайте. Куда вы? Ну, бейте. Все. Синий победил уже. Они пляшут. Что вы пляшете, дураки? Вы еще не победили. И а ты куда побежал? Что, боишься? Трус, куда ты бежишь? Куда бежишь ты? Башкой вертишь. Опять друзья пляшут. Мило пляшут. Лучшие друзья. И погибнут вместе они. Ого-ого, неплохо уворачиваясь там. Да, помоги другу своему. По голове. О, уворот и по голове удар сразу. Давай, давай, ты победишь. Давай. Нет. Не тут-то было. Ладно. Еще раз боксеров поставлю. Вот так ровно. Побольше. Вот так 2 ряда. Нет, лучше 3 ряда. А копьеносцев тут, думаю, 8 их поставить.
Так. Ладно, начнем. Что, засеете восьмерых? Топай сюда мощнее. Кто бы ни был там. Пойдешь в них. Ага, а если так? 10. Нет. 12. 14. Копьеносцев. Ну давайте, давайте. Медленно атакуем. Толпой навалимся на них. Бьем еще подряд. Кишки ломаем, бошки рвем. Кости ломаем. Ага, понятно все. Толпа не всегда сила. Слишком много копий, наверное, наставил. Ладно, давайте щитоносцев выберу. Вот так, трое. Против лучников. Вот стойка. Кто кого? Кто сильнее? Смогут ли они щиты пробить с тылами? Ага, нифига. Давайте, давайте, бейте их, пинайте, ломайте. Руки им. Куда вы пошли? Зачем спиной поворачиваясь? Что и делаете? Зачем подаетесь им? Думаете, что вы так победите? Нетушки, нетушки. Давайте, бейте уже. Так куда вы бежите? К ним идите. А, сзади хочет пообмануть. А, один отвлекает, другой атакует. Хорошо задумано, друзья. Отлично. Ага-ага, пробеем. Ну, давай, давай. Нет. Пердит. Так. А что если этих лучников оставить? Так, трое пусть будут. Равные шансы у них. Ага, сразу. Давайте медленно идите, они тоже побыстрее. Все, атакуйте. Отлично. Осторожно, сзади. Все. А может справиться-то он? Может хороший воин. Продвинутый. Давай. Подходим вплотную. Со всей силы его стучим по голове. Отлично. Что делаешь? Что ты тут прячешь? Щит опусти вниз. Так, давай, давай, давай. Что не атакуешь? Куда побежал ты? Куда ты побежал, недомерок? Куда он? Нет времени выпендриваться-то. Куда ты бежишь? Тебя ж завалит. Ну все, труп сейчас будет. А нет, шанс все-таки есть. Если спиной не поворачивайся к ним. Ну ладно, надоел вам. Кто там еще есть? Так. Давайте дикарей проверим. Что они смогут сделать? Котел щитов, вот так. Что мощнее, броням и силам? Все, схватка началась. Кто кого? Броня все-таки мощнее. Ага. Так, а если побольше расставить?
Так. А сейчас наоборот всё. Что это, Рус, куда ты бежишь? Испугался? На тебе, получай. Ах ты хитрый какой. Сейчас друзья помогут ему. Ха, дубину выбил ему, ну ты даёшь. Хитрый какой. Все. Давайте, начинайте бой. Он вернулся от удара. Все. По спине его. Отлично. Так, что ж могут фермеры сделать? А что они способны? Против лучников. Против пяти. 5 на 5. Ага. Лучники с защитой сразу. А нет. Хорошо. Самое то, куда лучников. А если щиты сзади будут стоять? Вот так, 6 штук. А этих плюс 5 добавить. Что же будет? Эй, дураки, что вы свои вилы выбросили? Что творите? Вы что, тупые? Нафига не выбросили оружие своё? Так, сначала давайте. Так, нормально все. Руки у них точно кривые. Хотя бы убейте их. Так. Ладно. Сейчас бомжи помогут им. 6 бомжей. Ну, ребята, давайте. Ломайте друг другу кости. А лучник тащит там. Подальше от этих. Хорошо стоит. Прямо в голову попадает, неплохо. Трус, куда ты побежал? Эй, ты, сдавайся. А, отвлекает он, чтобы лучник попасть смог. Хорошо. Молодцы, голубые. Так держать. Все. Голубой победил. Так, ладно. Ну, кого же еще проверить? Может, этих с мечами и щиты? Нет, давайте. Дикарей, может, нет, лучше нам. Кого же взять? Кого? Давайте и копья. Эффективность проверю их. Копья против мечей. Кого оружие мощнее? Ага. Хорошее оружие у них. А чем мечи мощнее? Копья же нас распокалывают. Пока боксеров осеют. Если я буду 2 раза больше. Даже в 3 раза больше. Так. Ну хорошо, получается. Нормальные копья у них. По голове стукнул. Между ног ему. Ага, нет. Не получилось. Ну пусть им еще копья помогут. Поехали.
7 против 15. Так. Ну, счет победы за ними. С этой красную. Так, ладно. У нас сила только смотрых. Ну, думаю, больше не будет сеяч. Но может новые выпуски выйдут, когда его обновят. Пока что, думаю, временно закончу прохождение этой игры. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Будем ждать обновления. Будет оно или нет, не знаю. Пока что закончу, ладно. Пока, всем. Удачи.